Все вопросы мы задали. А теперь позиция. Что вы взяли? Что за узурпирование? Что взяли сюда за землю? Что вы взяли? И что? Я хочу два задать. И что? Я хочу четыре задать. Я хочу восемь задать. Появились ответы, появились новые ответы. Я решил решать, я не собираюсь отзывать на повышенных товарах. Вопросы по хотелу мере возможности задать. Нет, я не имею. Я хочу еще задать. Я хочу еще задать вопросы. Что? Давай еще. Пожалуйста. Да не надо тут хамить. Да не деньги ее. Я хочу выступить. Я тоже выступаю. Пожалуйста. Послушайте меня. Пожалуйста. Вы мне слово дадите? Сядьте, пожалуйста. Сядьте, пожалуйста. Я вам слово дадите, вас спрашиваю. Сядьте, пожалуйста. Может, вы нам слово дадите? Вы мне не указываете, пожалуйста. Вообще не указываете. Вообще кто тут? Вы кто тут? Либо вы даете слово, либо не вопрос о выступлении. Выступление. Я сейчас слово вам дам. Николай Николаевич, первый руку, пожалуйста. А мне почему не дали? Я раньше он первый руку поднял. Все, заканчиваем. Выступление у нас, а не вопросы. И у меня выступление. По очереди, хорошо. По очереди. Выступайте, Александр. Вот чудесно. У меня такое, по итогу я говорю. Сейчас, а теперь нашу позицию пытаюсь убедить всех не голосовать по этому закону. Поэтому я имею такое же право, как и все остальные. Что касается, вы говорите, это будет в рамках тех денег, которые вы сэкономите. Это дополнительный, почитайте, пожалуйста, финансово-экономическое обоснование, это дополнительные миллионы только на зарплату, а еще будет аппарат и так далее. Второе, если вы говорите, что вице-губернатор будет отвечать за нацпроекты, вы тогда скажите, вот это полномочия, вице-губернатор, и больше он касаться ничего не может. Тогда вы мне скажите, мы в свое время сделали, вот, так что не только нацпроекты, а по этому показателю вы нам так и не сказали, а по другим показателям. Когда вы говорили, что у нас нужен намного заместитель председателя правительства, потому что у нас аэропорт будет, мы сказали, да, аэропорт построили в новой структуре, как озвучил губернатор, никуда мы не убираем ни одного заместителя председателя. Так и здесь национальные проекты пройдут, он как был, так мы предполагаем остаться. Сейчас мы придем сюда с пластиками, да, и будут с мегафонами орать, притащим мегафоны. На мегафоны сюда притаскивают, чтобы вам на ухо орать, чтобы вам не дать вести задание, не дать работать. Вы прекратите, вызывайте скорую полицию, заодно вызовите. Давайте один вопрос. Выступить дайте людям. Ну уж выступить. Но кто вот руки тянут? Я хочу тяну руку выступить. Я что, тяну руку выступить? А мои товарищи не выступили. А мои товарищи не выступили. ЛДПР не выступили. Станислав Владимирович выступал. Так вообще просто я вопрос задавал. Ты же выступление. Нас обвинили о том, что выставляют партию колеса такому невероятному прогрессу, такому уникальному решению, которое принял губернатор о разделении правительства. А мы тут негодяем палки вставляем. Губернатор за 45 лет не думал. Губернатор 2 недели думал, а нам все сказали. Сейчас нас обвиняют, что мы палки в колеса. Наши избиратели скажут, что они там сидят, непонятно, чем занимаются. Станислав Владимирович, на полном. Надо было просто кричать.